Смотри, а? Смотри, какой ржак, а? Смотри, видишь, да? Нет, Жень, не смешно. Знаешь, что смешно на самом деле? Что? Так, что мы этого, Петра Осетра до сих пор не раскопали. Точно! Я, короче, тебе сейчас должен рассказать. Там, короче, подписчики в каждом видео говорят, где Петр Осетр, где Петр... Они уже гильдию собрали, чтобы тебе чисто приехать и... А-та-та тебе сделать, короче. Все, все, идем, короче, там копать. Уже просто, там уже вилы, факелы собираются. Там, я не знаю, уже ищут, пробивают твои адреса. Эти серьезно говорю. Ребяшки, я раскаиваюсь, вот серьезно, честно. Ты раскаиваешь, что ты закопала кота? Вот. О, подожди, главное, подожди, чтобы он там... Ведем интервью. Так, и ведем интервью. Это ребенок Евген Бро для Kids TV. А скажите, пожалуйста, зачем вы закопали кота? Это все, что вы скажете? Так, понятно. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Итак, говорите, зачем вы закопали кота? Давайте раскопаем кота. Давайте, копайте. Где так, он? Он где-то тут. Ага. О, я нашла кота! Петр Осетр! Ты здесь неделю сидел. Кошмар какой-то. Давай, выкапывайте, мама. Главное, сама его закопала, потом такой кошмар какой-то. Так, давай, следуй. Забирай его, забирай. Он идет? Нет, ну он не хочет к тебе идти. А, нет, идет. Петр, я бы тебе не советовал за ней идти. Он тебе что, простил? Пойдем ему рыбку поймаем, вот здесь удочка. Давай его покупаем. Давай, закопай сначала тут все. Блин, ладно. Ну ладно. Я надеюсь, подписчики тебя простят. Я думаю, надо попросить, чтобы они тебя простили. Ну-ка, говорите. Ребятушки, смотрите, Петр в порядке, он жив-здоров, хвост на месте, все. Он уходит, просто уходит от тебя. Ну, Петр, не обижайся, пожалуйста, на меня. Я тебе рыбку куплю, честно. Да он ушел. Петр, пожалуйста. Он просто уходит, смотри, просто такой, да ну тебя вообще, знаешь, куда? Это не смешно, это... Нет. Нет, смешно, ситуация страшная. Да-да-да. Кот такой, смотрите, ты иди отсюда, сгинь, сгинь, нечистый. Мне кажется, он от тебя отходит. Нет, он Петр, от тебя, ну, реально. Ну, давай, смотри, ну... просто уходит. Петр, ты чё, Петр? Я в шоке, честно. Он в Людочку тыкается, он просто не понимает, что происходит. Людочка, спаси, он говорит, Людочка, спаси, помоги. Ну я тебя больше не буду закапывать, честно. Он не верит, ладно. Он просто тебе не верит. Всё. Ладно, пошли к мамам Мия. Я думаю, с ним будет все хорошо. Сделал такой, такой. Бедный Петр Осетр. Ты сломала ему жизнь. Нормально, нормально. Он там червяков ел. Я надеюсь. Так, что мама Ми? Да не, на самом деле, девчонка хорошая, не гоните на нее. Я просто забыла, у меня память девичья, понимаете? Петр, прости. Так, о, мама Ми, мои сладкие любимчики пришли. Помогите мне, нужно 5 крабовых кусочков мяса, далее 5 мяса страуса, далее... 5 и... Чё она тут крутится, а? Ничего. Я смотрю на Петра Осетра. 5 индюшек для тебя. А для тебя, ребенок, есть подарочек. Мамке подарочек. А мне? О, чё я тебе подарю? Смотри, ну-ка иди сюда, ма. Ма, иди сюда. Сюда. Отойди, отойди. Дай пройти. Да иди сюда, ма, подойди, сейчас подарок дам. Да иди сюда, он у меня уже, он же сказал. А, ты его стыбил. Ну давай. Оп, оп, плеточка тебе, оп. Ну-ка танцуй. Ты чё, офигел что ли? Ну-ка. Уйди отсюда. Оп. Оп, Петр, оп. Помоги, Петр! Сейчас я плеточкой. Погоди, погоди, а что нам надо делать? Оп. Да погоди ты! Ну-ка, тихо, тихо, тихо. О, ты у меня плетку сломала. Да? Да, у меня была в руках плетка, ты просверлила ее. Ха. Блин. Ладно, ты слышал, что сказал? Добыть 5 крабов. Пошли крабов добывать. А где они? Ну, ма, и тут, наверное, воде? В воде, да, тут в болоте. Почему у нас елка? О, крабы, смотри. Давай, ма, лови, лови их. Давай, давай, их быстро. Просто лапами, что ли, хватает? Давай, лови их. Ну, давай, 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 быстро, ма. Да вон блин, краб бегает. Мешается. Ма, давай, давай, лови краба. Краба быстрее лови. Давай. Ма, давай, давай, давай. Ну ты что не можешь? Почему они такие быстрые? Ма, лови краба, давай, бей его. Да я не могу поймать его. Топор, значит, бери. Тебе топор надо? У меня есть, все. Давай, все, начинается охота на крабов. Давай, ма, побежала. Всё, готовьтесь, крабики. Где вы там, сочненькие мои? Ну, они где убежали, ма. Мои? Куда? Вот здесь один, здесь. Вот, подожди, 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 подожди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот здесь, вот здесь. Подожди, куда-то. Вон он, давай, ма, быстрее сюда, вон он. Да... Вон он бежит, давай, лови его, лови, давай. Быстро, 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 вон он в доме его зажимай. Да, ма, ты что, тупая, глупо, что ли? Да я же вижу его, вот он передо давай, мной. Давай, давай, ну в дом забежал, в дом, давай, давай. Майя, ты ой, Петр, прости. Бедный Петр. Посади его лучше, ма, ты... Погоди, он ты просто голый, ему... да?
Ты просто вот топором по башке дала. Пётр... Мав, посади, иначе тебя казнят после видоса, я тебе серьезно говорю. Сиди здесь, короче. Так, где краб? Ма, у меня плохие для тебя новости. Вон он бежит, ма, давай, лови его. Вот сюда, давай, давай, вон он, вон он. О, он сидит, он сидит. Давай, о! О, нормально, поймал. Мясо подобрала? Да, сколько там надо было? 5. 5? Блин, я шизык прикусила. Ау. Ау, больно. Язык прикусила, да? Да, от возмущения. Да? Ну ладно, все, давай побежали. Ой. Побежали ловить крабов, ма, давай. Круто? Нет, больно. Ты как, наш, больно. Боже, язык ребятский, вообще не могу. Так, погоди, а я не вижу больше крабов. Ма, они убежали. И что теперь? Тогда пошли страусов ловить, побежали, ма. Ладно, страусов, по-моему. Пошли сначала жратенький возьмем и побежим ловить. А то ты сейчас потом опять скажешь, что у тебя бегать не можешь, что хвост болит, лапа отваливается. Иди сюда на секундочку. Что такое? Ну, иди сюда. У меня очень странная штука какая-то. Возьми ее просто, знаешь, вот возьми и посмотри, как она странно выглядит. Я не знаю, что это. Я бегу. Написано, ты где? Да я, подожди ты, я дома, я вообще морожки беру. Ма, ты что там? Давай, я тебе очень странную штуку сейчас. Какие-то странные штуки она там находит. Ну-ка, давай. Да. Стержень Энда. А что это? Ну, стержень Энда, это, короче, типа, для строительства применялось. Все, побежали, ма. Зачем мне серый ковер? Я не знаю, ма, побежали быстрее. А, так ты там разломала, вон, кузницу с там топором своим. Давай, побежали. Вон страусы. Ма, лови. Побежал страус, давай, ма, быстрее. Давай. Да почему они все бегают? Ма, лови их, ничего не знаю. Давай, быстро, быстро, пулькой, ну, давай. Они хоть потолще выглядят. Потолще? Не толще тебя. У одного, смотрите, вальнуло. Ничего, давай, давай, разбирай их. Разбирай. Мама, Мия, с ума зажжу. Я сейчас буду тебе помогать. Давай, ма, помогаю. Да что ж ты воротил. О, еще одного. Давай, 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 подбирай. Давай, давай, мам, давай, помогаю. Да ты шо? У меня закончилась жизнь. Дай мне еды. На. Давай, ма, быстрее. Давай, быстрее, она не всасывается. Давай, мам, погодь. Быстрее, ну быстрее, ну да надо. Да погоди, мамку не нервируй. Ты чё, мамка... а? Сейчас мамка поест, успокойся. Мамка на нервиках? Смотри, я сейчас страуса чисто подстрелю. Опа, ничего, он какой лютый. Давай, все, валим страуса. Давай, иди, мам, быстрее, давай, 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 лови его, лови, оп. Ну, давай, пернат, ну чё ж ты не... О, ничего, ты его просто. Нормально. Просто его... Ага. Так, ма, ты чё тут, а? Давай, побежали, побежали быстрее, страуса лови, давай, ма. Оп. Да ты шо, ну хватит. Да я тебе помогаю, я тебе помогаю. Оп, да ё-моё, ты чё всё под бумеранг лезет? Давай, ма. Давай, ничего, оп, нифига ты его просто, ножку. Просто в башню, на. Давай, давай, ма. 5 страусов, да? Давай, 5? Давай, 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 оп. Ещё, ничего ты. Всё, я накопила. Всё, отлично, пошли. Теперь за крабами охотимся, ма. Блин, а нам только страусов за крабов, всё? Ну ещё индюшек. Почему здесь пол прозрачный? Чего? Ма, ты, по-моему, что-то не то это. Побежали, короче, побежали быстрее. Ладно, я шучу. Ну ладно. Я уже думал, что ты болеешь. О, тут крабы, ма, давай, прыгай быстрее, вон краб. Да блин! Давай, быстрее. Оп, я его накернул. Видала как? Молодец. Возьми тоже топорик, а? Ну, у меня есть, да. Давай. Я больше не вижу крабов. Ищи, мам, внимательно, внимательней, внимательней. Я максимально внимательно смотрю, понимаешь? Может, они там выбрались? Ну-ка, я сейчас прорублю, посмотрю. Нет. Ма, ищи крабов, давай. Да я нюхаю, ищу. Везде. Ладно, побежали пока за индюшками, побежали быстрее. Блин, еще индюшки, блин, мама Мия, ты должен просто уже до конца своей жизни нам обязать, понял? Все. Ты чё? А, подожди, здесь нет, мы всех крабов поймали. Давай быстрее сюда, за мной, за мной, за мной, я вижу краба. Ма, давай быстрее. Да блин, тихо. Где ты здесь? Аккуратно, я видел, тихо. Ты видишь? Я вижу только тебя и овцу. А я вижу только одну овцу. Так, ладно. Сюда, ма, блин. Ма, ма. Что? Давай сюда, я, по-моему... Ну куда ты слезла, пошли. Ты чё там, ма, да? А, случилось непоправимое. Все, Маль, починил тебе твой мотик. Погнали быстрее, пулька. Дыханю.
Так, иси крабов в оба. Зырь там, я не знаю. Зырь? Вон, я вижу один краб на мопеде. Ты чё, ма? Я реально подумал... Ладно, пошли сначала за этими съездим, за индюсками. Хотя у нас тут одна индюска на мотике едет. Давай, быстрее. Ой, тут мишки, смотри, ходят. А медведя ему не надо? Не, не надо. Ему надо курочек, но ма я не отдам. Ну, я в шоке просто. Змеюга на меня шипит. О, ма, давай, вот они индюски. Давай, лови, 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 давай. Я помогать тебе буду. Оп! О! Стрия тебя, короче, по тебе попал. И ты сразу подлетела и эту навернула. О, смотри, как я навернул ее, чисто с бумеранга. А это ты тут бегаешь. Да блин, это сложно, слушай, они такие уворотливые. Тут сейчас змея, блин. О, нифига ты, давай, опа! Чисто питон тебя навернул, ма! Супер, чё сказать, все мои шмоточки рассыпались. Давай, ма, я уже сама... О, смотри, я яйцо собрал. Ну-ка. О, яйцо кобры. Кобра, ты где там вторая? А, вот ты где кобра. Давай, иди. Ты чё, кобру собрал? Кобру собрал. Давай, подбирай там все. Давай, оп. Индюсок, индюсок бей. Смотри, сейчас я... Опа! Ух ты, нифига себе. Оп, да блин, а что такое? Давай, ма, смотри, оп, да что такое? То, что ты будешь делать? Давай, ма, лови! Ма, ты что не можешь попасть? Я не знаю, ты касаешь, что ли? Я не понимаю. Вот, случайно чисто попала такая. Так выгонь, о, е, все. Все, собираем. Это уже не случайно, понимаешь? Два не случайно. Да. Так, ладно, все, давай, погнали. Тут индюсочку подобрали. Все, сколько у тебя индюсок? У меня три. У меня две, погнали домой печь. Все готово. Только мы крабов не собрали. А крабов все тоже? Нет, подожди, а сколько крабов у тебя, ма? Два. Два? Нам надо еще три найти. Давай, погнали. Капец! Давай, ма, пулькой. Пулька. О, смотри, за мной кто идет? Ты кто такой, Кискин, Сосискин? Ма, поцелуй его в попу. Отстань, все, я уезжаю от тебя. Ради Петра Осетра. Все, Петр, я уже раскопала. А ты кто такой сидит? Подожди, а кто такой сидит? Ба, бритва. Ты что, не видишь вот бритву? Ма, ты что, слепая, не понимаешь, что ли? Почему они расплодились так по всему просто округу? Они разбежались по всему городу. Так, ладно, сейчас подожди, разберемся, что с крабами делать. Короче, давай еще раз на пруд сходим. Может, они там это, спрятались как-то? Не знаю, давай... Пруди, короче. Давай, ма, давай, давай. О, я вижу, вижу, вижу. Давай, 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 гаси, гаси, давай, ну-ка, оп, мимо, оп, мимо. Ты просто все кусты собрала, кроме крабов. Я буду тебе помогать. Ну их сложно поймать. Ма, ты что в меня-то? Ты что, кота бьёшь? Кискинца? Нет! Ты что, кричишь-то так? А я тебя напугал. Ну все равно ты его стукнула. Давай, оп, ничего себе. Есть один. Один есть. Еще два. Красава, ма, давай. А, давай, давай! Тихо, пока ты не попади! О, все, нормально. Блин, просто я не знаю, киски-сосиски на волоске, он стоит такой, чё, кого? А, чё? Где еще? Куда? Давай, ма, сюда. Вот он, за забором, ма, давай, давай. Ща, покой, бегу. Он тебя мне сейчас, кажется, обманет. Блин, он здесь? Ты что, он перелез через забор. Гад. Гад. Как пройти? Чё здесь собака застряла? Ма, ты чё там? Она на тебя рычит, она рыпается, она хочет тебя сожрать. Давай, вон крабы, вон бегут, бегут, давай, ма. Давай. Давай. Дай зебру. Ой, зебра, прости. Ты просто всех гасишь, кроме крабов. Давай, поймайся, ты маленький. Давай, ты так смешно. Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Оп, оп. Это так смешно, как так машешься. Все, я сделала это, Ты сделала это? Отлично. Все, пошли жарить теперь. У нас будет сейчас крабовый суп. И вообще все зашибись. Я устала. Круто, да, ма? Ну, как посмотреть, знаешь, ты просто орал, бегал вокруг, а я работала. Я тебе помогал, ма, ты тут не это тут. Ага, а то ответишь мне за Петра Осетра. Так, ладно, суем. Твои грешки еще никто не забыл. Уже все простили. Да, ребят, вы же простили, да? Да, да, надеюсь. Да не, ну простили, конечно. Ну смотри, жарится. О, приготовленный страус. Ну-ка я сейчас его. Нет, даже не облизывай. Ты чё, Саш? Так, я короче, краба, я, кстати, люблю мой. Да нет, ну нельзя, это шестая ножка была, а тут, видишь, нам надо пять принести. Я съел лишнюю, а крабы у нас не лишние. Вот ты даже не поделился со мной. Ну да, тут такой вкусный страус был, Вася.
А тебе бе-бе-бе, клювом страуса погуби. Я тебя сейчас закопаю во дворе. Ничего какая. Ну что мы пошли стелить вообще просто? Так. Круто зарится, ма. Зарится, но долго. Ма, у нас гости. Божечки. Мадам. Джо, как ты? Мадемуазель. Джоэль. А вы что здесь забыли? Ничего у тебя тебя там, забыла. Там плешь у тебя, пфф, на тебя. Где? Нет у нее ничего. Ма, у тебя есть. Так, забирай, короче, все. О, нормально, смотри, теперь у нас крабовые палочки жарятся. Так, ну-ка сейчас зажуем. Ну-ка. Так. А, все. Тихо, не трогать. А? Не трогать, пойдем Мишку проветрим. Ой, проветрим. Проветрим, надо не проветрить. Блин, он опять на моей постели. Убери его. Нет. Миска, сосиска, самый лучший нет. Михаил у нас. Он обсикал всю кровать у этой. Ты куда опять пошел? Отлично, он знает, где надо прудынить. Молодец, Мишка, давай. Просто... Слушай, поменяйся кроватями, ты же любишь прикинь... стеночки. Не-не-не, прикинь, короче, мы в один раз зайдем, а тут она вся будет черная такая. Ага. О, все, она почти дожарилась. Сейчас, короче, о, приготовленный краб вообще. О, идеально. Суй свои индюшачьи эти ножки. О, смотри, как... А, как вкусно пахнет прям. Блин, ну я реально кушать захотела. Прям смотри, такой сочный краб. Я его уже тут разломил, он такой прям сочненький, мясо прям такое горяченькое, пар идет. На тарелочку свою положил. А ты что тут таишь? Смотри, смотри. Ой, какой он. Я сейчас, я в замешательстве. Закопать тебя или нет? А ты что мне хочешь, сожрать что ли, ма? Ты что? Что это смотрит на меня? Мадам! Она блин, просто ушла. Да нет, чё? Твой это не работает. Твой нет? Дети. Ну-ка, подожди. Попытки, да. Мадам! Вежливости. Мадемуазель. По-моему, она хочет поскорее уйти. Она просто дверь забыла, где находится. Он о, все, приготовлено. Все, пошли давать мама мия. Мама мия! Мама мия! Мама мия! Мама мия! Так, не кричать, пожалуйста. Ты че, матам, а? Ну-ка сейчас, ну-ка, оп, 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 ну-ка. Пик, пик, пик. Мама мия, мы справились. Он красавчик, мам, бразисе. Все, мам, мы выполнили. Все. Мы выполнили. Ты что, не можешь выиграть брависсимо? Ну-ка, давай, ма. Да-да-да-да-да-да. Все, вообще, дорогие друзья, браво. Ставьте лайк. Да, ребячки, подписчика, комментик, колокольчик обязательно. И вопросик дня. Да, и вопросик дня напишите ваше самое любимое блюдо, которое вы любите есть. Смотрите, мама меня потеряла. Такой, у меня уже голова закружилась. Да, напишите ваше любимое блюдо. Вот мне, знаете что, мне на самом деле много чего нравится. Там картошечка с мяском, там с помидорчиками, с огурчиками, там, знаете, всякое там, туда-сюда, там, оп-оп-оп. Да хорош! В общем, а тебе что нравится? Ай, блин, ну я, короче, люблю, знаете, траву кушать. Тима, овечка стори. Ладно, напишите, что вы любите, и всем пока-пока. Пока-пока-пока, ребятки. А ты, Маша, сейчас тебе траву дам, ну-ка, давай, иди сюда, в саду. Да не эту траву. Всем пока.